Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект ксеноновых ламп от компании Mitsumi с цоколем H1, температура свечения 4300 кельвинов. Мощность 35 ватт идет в лампах, поставляется вот такой вот коробочке все. В комплекте у нас находятся две лампы. Они идут в защитных колбах, дабы не повредить сами лампы при транспортировке. Подключаются лампы на цоколь, на питание 12 вольт с помощью данных проводов питания. И также подключаются к блокам розжига с помощью вот таких вот коннекторов. На каждую лампу нужен отдельный блок розжига. Блок розжига может быть различного размера, главное, чтобы была мощность 35 ватт. Сейчас мы, в принципе, подключим немножко. Блоки розжига, кстати, бывают с разными разъемами подключения. Здесь вот, в принципе, видно, что он не полностью круглый. Здесь идет круглый типа АМП. Ну, в принципе, лампы у нас идут именно такого стандарта для таких разъемов. Поэтому, когда покупаете лампы, это нужно учитывать, что разные разъемы могут быть. Так, мы подключили, и осталось подключить 12 вольт. Мы это сейчас и сделаем. Раз и два. Лампа у нас включается, набирает свою яркость, температуру в течение нескольких секунд. Заявленная температура 4300 кельвинов. Вот, в принципе, даже уже видно, что немного желтизной идет световой поток, то есть так и есть. Лампы ксеноновые очень яркие, поэтому обязательно после установки нужно откалибровать фары, дабы не слепить встречные автомобили. При покупке на комплект распространяется гарантия. Более подробные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.